центр сам. Интересно так, да? Первый дом. А здесь сразу уже идет 11 дом. Ну, не знаю, давайте пройдемся по 11 дому. Он небольшой, маленький такой домик с пристроечкой какой-то. Там уже 15-й идет. Мы далеко не будем углубляться. Здесь вот уже здесь рядом. Мне надо к 5-му дому вообще, да? По заданию. А то так можно увлечься, идти. Так. Это вот дом. Сзади. Сейчас мы пойдем со двора с ними. Там 14-й прямо дом. Здесь 13-й дом. Прохода нет. Представляете? Придется 13-й дом тоже снимать тогда. Прохода нет. Напротив, как я уже говорила, 14-й дом, дворик такой. Хорошо, мне нравится здесь. И окна интересные. Деревья какие, смотрите, большие. И вот здесь на площадке видно, здесь такая тень летом. Я здесь летом не была, но думаю, что здесь хорошо. Скамеечки, отдохнуть. Если днем можно летом выходить, отдыхать. Четвертый дом. Так, сейчас перезнаем, какой это дом я снимала. Двор с ними. Так. Третий. Теперь мы 13-й сейчас снимем со двора уже. Придется снять. Это тоже все как сделано, хорошо. Время проводить. Сколько деревьев, я поражаюсь, как хорошо. Люди сберегли. Не испортили, не спилили. Еще старые деревья, по-видимому.
это 12-й дом. Мы его сзади снимали. Это вот теперь со двора 12-й дом. Немножко шумно, что машины здесь гудят, но зато весело и удобно. Я поражаюсь деревьями, посмотрите, какая красота. Вот бы летом надо сюда зайти, просто такую тень снять, такая тень в наши жаркие такие летние дни.